Ум и деньги. Короткая притча о философе Фалесе Милетском. Древнегреческий философ Фалес много путешествовал. Растратил все свои деньги и жил небогато, занимаясь исследованиями явлений природы. Он учил, что человеку нужны знания и мудрость, а не деньги. Жители родного Милета насмехались над ним. «Ты поучаешь людей, а сам живешь в бедности», — говорили ему. Тогда Фалес занял в долг денег и скупил все маслобойни в городе. По его прогнозу, должен был быть необычайно большой урожай маслин. Прогноз оправдался, и спрос на услуги маслобоин увеличился в несколько раз, а Фалес за одну осень заработал целое состояние. Тем самым он доказал, что если бы его интересовали деньги, то он со своими знаниями и умом мог бы стать богатейшим человеком. Но умный – это не значит бедный. Когда Фалес или Сократ говорили о том, что не нужно стремиться к богатству, они не призывали к нищенству. Они говорили о разумном достатке. 22 марта на канале «Информконтроль» стартовала пилотная серия игр «Миг удачи», выиграть в которой денежный приз есть шанс у любого пользователя Ютуба, который обладает знаниями, а также умеет искать и пользоваться информацией. Девиз этой игры – знания, деньги. Играйте и выигрывайте! Спасибо за внимание и до новых встреч!